Лидия Аркадьевна, а что у вас, 5-й айфон, что ли? Конечно, он стоит 18 тысяч, а я получаю большие деньги. Ничего это мне не значит. Теперь я скажу о Навальном. Он негодяй, подонок. Купил в Краснодаре купил за все деньги. В Москве тоже он купил за все деньги. Он сдал психический дом свою жену, у которой были двое детей. Это хорошо, что была у нее мама, взяла детей. А если бы не было мамы, дети без присмотра. Он нехороший человек. Когда она вышла из психического дома, она подала на развод. Очень хорошо сделала, потому что с этим человеком невозможно жить. Он негодяй, подонок и мерзавец. Я была на митинге, поднялась на второй этаж и хотела постучать, они не открыли двери. Я хотела сказать, дайте хоть на ваши лица посмотреть, но они не открыли. Опустилась со второго этажа, они на нас швыряли камни, но мы не отошли, все время стояли до победы. Я хочу сказать, что мы Путина очень любим. Он очень хороший человек. Нам все время добавляет пенсию. Пусть живет 100 лет. Хочу сказать о Путине. Он очень хороший человек. Ему исполнилось 7 октября 61 год. Но ему ни за что не дашь. Пусть живет 100 лет.